Это как субботник, только дело пришлось иметь со снегом. В ночь на 16 января в Самаре снова выпало небывалое количество осадков. Всего за полмесяца Нового года, отмечают специалисты, город принял практически месячную их норму. Чтобы привести столицу региона в порядок на воскресник, мобилизовали все коммунальные службы города. Выводили это управляющие компании, ТСЖ, районы, предприятия в данной ситуации для того, чтобы привести в порядок территорию, и люди могли завтра выйти на работу. Поэтому эту задачу поставил и губернатор. Мы ставили задачу, работают люди в воскресник с 10 до 16. Это вот первый результат будет 14 часам. Ну а самое главное, оценку все равно будут давать наши граждане. Городские власти приняли решение акцентировать внимание на содержании внутридомовых территорий. Главы всех внутригородских районов взяли под контроль координацию работ управляющих компаний ТСЖ, ЖСК, ТСН, районных служб на веренных им территориях. Из 450 единиц техники, которую в воскресенье задействовали для уборки города, 171 машину направили на расчистку внутридворовых территорий. Особое внимание уделили участкам, находящимся вблизи объектов социальной сферы, детских садов, школ и медучреждений. Мы социальным объектам особое внимание уделяем, особенно с учетом того, что дети пойдут в школу, соответственно, они должны сделать это по чистому тротуару, и родители должны иметь возможность довести их на автомобиль, если им это понадобится. Давай, мой хороший, выходи. Вот так все ласково, да. По-доброму. Расчищать город от снега коммунальным службам помогали и неравнодушные жители города. Самарцев заранее предупредили. Для того, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники, необходимо своевременно убрать с парковочных карманов и проездов личный транспорт. У нас есть большой чат дома, где мы информируем жителей о том, что будет в этот день, в такое-то время расчистка. Просим водителей убрать машины. У нас есть база. Она постоянно обновляется, потому что новые машины приезжают, новые владельцы появляются. Обзваниваем, если машины не убираются, обзваниваем, просим водителя спуститься, убрать машину. А жителей двора по улице Победы в Кировском районе долго уговаривать не пришлось. Дружные соседи самостоятельно решили прийти на помощь коммунальщикам и вышли во двор с детьми, захватив горячий чай. Всего на подмогу дворникам пришли почти 700 самарцев из 47 дворов района. У нас сегодня праздник. Написали вчера вечером, что просим выйти. Все вот быстренько собрались и вышли. Все молодцы. Вот у нас здесь мамы. Все многодетные в основном у нас здесь. Вот мама пятерых детей, мама троих детей. И папы все вот вышли. Вышли все практически управляющие компании, все дворники. Наше муниципальное бюджетное учреждение вышло. Все подрядные организации, это Кедр-1, ПСК, сотрудники администрации. Ну, мы попросили жителей, если кому-то нужна помощь, обратиться, мы готовы помочь. Привезли шансовый инструмент, лопаты, живой силой помогаем. В железнодорожном районе Самары на помощь жителям и специалистам коммунальных служб пришли альпинисты. Особое внимание здесь уделили не только расчистке дворов, проездов, тротуаров, но и кровель. Самые опасные снежные навесы убирали 12 спецбригад. За сутки специалисты расчистили от снега порядка 50 объектов. У нас ежедневно в 6 утра проходят планерки. Работаем в группе Viber, отчетность. Также работаем с администрацией. У них тоже есть своя определенная группа, куда мы им выкладываем фото, чтобы они также видели нашу работу совместно с нашим населением. Сегодня у нас работают 12 единиц снегоуборочной техники и 250 человек дворников. Основная задача, которая поставлена сегодня, это, соответственно, очистить все выходы из подъездов до конца дня, очистить внутриквартальные дороги, максимально обеспечить возможность прибытия машин скорой помощи, машин для вывоза мусора. Такую же задачу в минувшее воскресенье поставили и коммунальные службы промышленного района города. В понедельник утром по этой дороге прошли сотни людей и проехали десятки машин. Здесь располагаются детские сады номер 373 и 359, школы 93 и 45. В районе у нас 33 школы, 35 детских садов и 5 поликлиник. По крайней мере, максимально 80% подъездных и путей и пешеходных зон мы должны очистить. Часть учреждений у нас выходит на улично-дорожную сеть. И здесь мы выстраиваем взаимодействие с департаментом городского хозяйства и по благоустройству. Сегодня работа ничем не отличается от вчера. И мои сотрудники
сотрудники и сотрудники подрядчиков ведут активную работу по расчистке вот уже и субботу, и воскресенье. В таком же режиме будем работать и завтра, я думаю. Работа действительно тяжелая. Основная проблема – это большое количество транспорта. В администрации города в очередной раз напоминают, для того, чтобы дороги, внутриквартальные проезды и другие городские пространства были своевременно очищены от снега, необходимо не препятствовать работе коммунальных служб. Пара забытых владельцами авто и доступ для проезда спецтехники закрыт. Наладить контакт с жителями – задача ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний. Гульфия Сафина, Михаил Ермоленко, Николай Епифанов, Николай Сидоров. События.